Два опытных спортсмена погибли в Мензелинском аэроклубе во время прыжка с парашютом. Трагедия произошла днем 19 мая. В полете пересеклись их траектории, и люди столкнулись друг с другом в воздухе. Сегодня предполагаемую версию причины их гибели высказали представители аэроклуба. Проверку проводит и Следственный комитет, опираясь в том числе и на видео того прыжка. В объектив попал и момент трагедии. Станислав Яковлев продолжит. По предварительным данным, семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 до 1500 метров, после чего должны были раскрыть парашюты. И в этот момент один из спортсменов врезается в раскрытый купол другого. Стропы переплелись. В результате удара оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте. Приземление было очень жестким. Мужчины получили смертельные травмы. В результате полученных повреждений один из мужчин скончался в карете скорой помощи, второй в больнице. Одному из них было 34 года, второму 48, жители Казани и набережных Челнов. Проверку по факту их гибели проводит и сам аэроклуб. Ситуация пока оценивается как ошибка парашютистов. Притом мы оцениваем пока предварительно как грубо идет следствие. Погодные условия, авиационная техника, инструкторский состав. Все было штатно, согласно нормативным требованиям и документам, регламентирующим нашу деятельность. В настоящее время работа Мензелинского аэроклуба приостановлена. Когда спортсмены-парашютисты смогут возобновить прыжки, руководство пока ответить затрудняется. Станислав Яковлев, Елена Камалова, Сергей Вильданов. Вызов 112.